Тема нашей сегодняшней лекции – судебная баллистика. Судебная баллистика – это как раз тот пример, когда знания с военной науки полностью органично входят в материю криминалистики. Мне посчастливилось служить в наземной гаубичной артиллерии. Я окончил в 1987 году гвардейскую учебку артиллеристов в славном городе Ишим Тюменской области. И я изучал эту баллистику, поскольку это основа артиллерийского дела. Именно там я узнал, что такое реперная стрельба, что такое поправка на ветер, что такое поправка на угол деривации снаряда. То есть это угол завинчивания снаряда благодаря нарезам в канале ствола орудия. По сути дела, артиллерийский снаряд – это большая пуля, которая сообщается вращательный момент за счет резьбы канала ствола. Те же самые принципы положены в основу и судебной баллистики. Судебная баллистика – это раздел криминалистики, который изучает огнестрельное оружие, боеприпасы, а также следы выстрелов. Есть определенные параметры, которые интересуют судебного баллиста, и этими параметрами является дистанция и направление выстрела. И вновь мы помянем добрым словом нашего замечательного профессора алтайского, доктора юридических наук Тихонова Евгения Николаевича, который был выдающимся оружиеведом и выдающимся судебным баллистом, и до самой смерти, уже работая на должности проректора Алтайского государственного университета, он продолжал производить экспертизы судебно-баллистические, которые вызывали наибольшие вопросы и по которым возникали наибольшие проблемы у экспертов Алтайского края. Он никогда не отказывал, сам отстреливал оружие, огнестрельное оружие, делал заключения, которые пользовались безапелляционным авторитетом. Итак, что же такое представляет собой огнестрельное оружие и какие параметры имеет выстрел из этого огнестрельного оружия? Механизм выстрела очень сложен. На представленном слайде вы видите, сколько факторов воздействует на стрелка в процессе стрельбы. То есть это и пороховая гарь, это и поясок осаднения, который образуется во время выстрела на одежде потерпевшего. Это и поясок обтирания, то есть это момент проникновения пули в канал, раневой канал, и образование вот этого пояска обтирания, то есть внесение в рану, этот эффект еще называется минус материя, внесение частиц ткани, частицы кожи, и поясок осаднения образуется за счет того, что пороховая гарь неким кольцом образуется на одежде или теле человека, и этот радиус этой окружности будет зависеть напрямую от дистанции выстрела. То есть, соответственно, чем больше дистанция выстрела, тем больше будет окружность вот этого пояска осаднения. Есть характерный признак, который говорит нам о том, что выстрел был произведен в упор. Это так называемая штанцмарка. Это отпечаток дульного среза на кожи человека. Кроме того, что этот отпечаток может иметь круглую сферическую форму, этот отпечаток, штанцмарка, может иметь рваные края, которые образуются за счет того, что пороховые газы проникают вовнутрь кожи, образуют грыжевой мешок, который разрывается, соответственно, с разорванными краями образуется звездочка, такая в форме звездочки, которая четко наводит нас на размышление о том, что мы имеем дело с выстрелом в упор. Этот диагностический признак всегда лежит в основании любой экспертизы судебно-медицинской и судебно-баллистической, при котором эксперт безапелляционный ответ дает, уверенный и обоснованный в том, что это был действительно выстрел в упор. Значит, пуля в одно отверстие, входное отверстие имеет у нас практически всегда идеально круглую форму. Вот выходное отверстие
несколько больше входного отверстия за счет того, что у нас пуля меняет траекторию в голове, в черепе, и за счет того, что она, встречаясь с преградой, сплющивается, и выходное отверстие всегда будет несколько больше, чем входное. Кроме того, имеются следы облупления, на представленных слайдах вы это увидите, хорошо, достаточно хорошо, следы облупления имеются и при входном отверстии, когда, например, кости черепа облупляются вовнутрь, и следы облупления вовне образуются при выходном отверстии. Именно вот этот диагностический признак позволил нам в свое время диагностировать место происшествия с нашим великим поэтом Сергеем Есениным. На представленном слайде вы можете это хорошо увидеть. Там есть четко обозначены входное отверстие от пули 7,62, это револьверная пуля Нагана, которая находится у него в области глазницы. Собственно говоря, на выходе эта пуля 7,62 мм, она болотечная пуля, ступоконечная пуля, она образует очень сильное разрушение черепа, фактически с отслоением кости с фрагментами скальпа, что мы тоже видим на посмертных снимках Есенина, которые впоследствии, кстати, из уголовного дела исчезли. Там четко видно, что имеется справа височной теменной части отслоившаяся кость с фрагментом скальпа, которую наспех приклеили во время съемки. Либо эксперт-криминалист, либо эксперт-судебный медик. Вот. По всей видимости, последующая диагностика этих фотографий позволяет сделать вывод, что преступники пытались замаскировать след входного отверстия. С этой целью они ударили тяжелым подсвечником в лобную часть поэта. Но, тем не менее, замаскировать им не удалось, поскольку тяжелый канделябр не достал вот это место, область входного отверстия в глазнице. То есть практически мы имеем дело с инсценировкой самоубийства, правда, не очень умелой, но, тем не менее, дело без срока давности, по секретности, и в ближайшее время мы все-таки не узнаем правду, что же произошло с нашим великим поэтом Сергеем Есениным. Очень много вопросов возникает с диагностикой направления и дистанции выстрела. Судебные медики и судебные баллисты оперируют понятием неблизкая дистанция, близкая дистанция и, соответственно, выстрел в упор. Ну, как вы понимаете, очень оценочные категории, у каждого эксперта свои критерии, и поэтому это является причиной различных проблемных экспертных ситуаций, которые возникают повсеместно по диагностике следов огнестрельного оружия. Что касается определения направления выстрела, то самым эффективным и по-прежнему достаточно консервативным методом установления направления выстрела является так называемый метод визирования. Визирование, по сути дела, это совмещение отверстий, например, в оконной раме, отверстий с помощью импровизированной трубки, которую следователь может свернуть из листа формата А4 и вложить их, вставить их в эти отверстия с тем, чтобы установить место расположения, местонахождения стрелка. Собственно говоря, это позволяет легко установить, где же находился снайпер во время выстрела. Вместо этой импровизированной трубки можно использовать лазер, как вы видите на представленной фотографии. Тоже достаточно эффективный метод. Дедовский метод, но он проверенный и надежный, и достаточно четко может там установить, откуда же был произведен выстрел. Что касается дистанции выстрела, значит, как мы с вами уже говорили, есть характерные признаки, такие как штанцмарка, которая не вызывает сомнений у экспертов, но по вопросам о установление близкая и неблизкая дистанция, тут, конечно, возникает много вопросов. В связи с этим я бы хотел рекомендовать книгу, монографию 1991 года выдающегося ученого судебного медика Вячеслава Леонидовича Попова. Он заведует кафедрой судебной медицины в военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, и монография у него называется «Судебно-медицинская казуистика». Собственно говоря,
Вячеслав Леонидович собрал уникальные примеры из своей практики, судебно-медицинской практики, уникальные примеры раскрытия преступления экспертным путем. В частности, там очень есть интересный пример расследования преступления, совершенного 3 года назад, до того, как это дело попало в руки Попова. Это установление дистанции выстрела по убийству дачника Хромцова, который во время обработки своего приусадебного участка неожиданно упал и скончался. Как выяснилось, у него было проникающее пулевое ранение, слепое ранение, то есть пуля осталась в теле, от автомата Калашникова 7,62 мм. Именно это дело, которое застопорилось на 3 года, попало в руки Попова, и он экспертным путем, путем отстрела биоманекенов, огромного количества биоманекенов, четко исключил 3 направления выстрела, что позволило ему установить, откуда был произведен выстрел, а именно с проходящего эшелона. Там дело техники было определить потом, что это был за эшелон воинский, и оказалось, что действительно часовой во время сдачи караула, во время чистки оружия, забыл про патрон в патроннике и произвел выстрел, который вот таким несчастным образом попал прямо в сердце вот этому незадачливому несчастному дачнику. Вот какое же было удивление молодого человека, который уже отслужил и работал в Владивостоке, когда за ним пришли спустя 3 года после этого злополучного выстрела. Он никому не доложил, ни начальнику караула, соответственно, патрон доложил в магазин. То есть у Попова очень много таких уникальных примеров, которые показывают, что да, реально, действительно можно, можно раскрыть преступление экспертным путем. Вот. Есть еще очень интересный пример такого успешного разрешения экспертной ситуации. Это пример здесь, в Барнауле, убийство 2 охранников ларька на Привокзальной площади в 1998 году. Молодой эксперт железнодорожного РОВД, эксперт криминалист железнодорожного РОВД Гулимов Евгений Валерьевич смог доказать, что в очень неумелой инсценировке поджога, пожара в этом ларьке, в результате которого 2 человека погибли, было явно, в одном из черепов было обнаружено и доказано этим экспертом-криминалистом то, что это был произведен, это был произведен выстрел из пистолета, переделанного под стрельбу малокалиберными патронами. Ситуация была такова, что эксперт-криминалист Гулимов Евгений остался в полном одиночестве, то есть исследователь комитета и оперативные сотрудники все заняли позицию, что это всего лишь несчастный случай, пожар, в результате которого погибли 2 человека. И только судмедэксперт, молодая девушка, очень талантливый, способный эксперт здесь в Барнауле, Инна Иванова, заняла позицию эксперта-криминалиста, и они смогли доказать путем сопоставления анализа фототаблиц из судебно-медицинского атласа, который эксперт Гулимов приобщил к своей фототаблице. Они у него прямо в конце фототаблицы эти фотографии с радиальными трещинами выходного отверстия, классические фотографии с классического атласа, которые позволили сопоставить, сравнить то, что имелось на одном из черепов. В результате потом Евгений Валерьевич Гулимов смог убедить начальника уголовного розыска Александра Кадыркина в том, что это действительно было убийство. И вот этот сложился творческий тандем начальника уголовного розыска, судебного медика и судмедэксперта и эксперта-криминалиста позволило раскрыть это убийство. Через год вышли на человека, который сознался в совершении данного преступления и предъявил оружие, переделанное из газового пистолета под стрельбу малокалиберными патронами. То есть, иначе говоря, мы можем вполне обоснованно говорить о том, что да, экспертное раскрытие преступления возможно, хотя по действующему уголовно-процессуальному кодексу у нас эксперт не является субъектом доказывания в том смысле, что он не является процессуальным участником доказывания по уголовному делу.
Тем не менее, мы видим, что вполне успешные примеры. И недаром у нас существует отчет у каждого эксперта-криминалиста, в котором есть графа «Раскрытие экспертным путем».